Всем привет, дорогие друзья! В одном из своих роликов я как-то говорил, что наш город-курорт Анапа славится не только своим теплым, ласковым морем, бескрайними песчаными лечебными пляжами, неповторимыми закатами, но и, конечно же, фестивалями. Если перечислять все фестивали, которые проходят за сезон в нашем городе, то это займет очень много времени. Вот и сегодня впервые на Черноморском побережье открылся фестиваль Анапа SAP Fest. Так что же такое SAP? Расшифровывается SAP как «вставай и греби». Это разновидность серфинга, в котором серфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом. Доски длинные и широкие, имеют заостренный нос и корму, поэтому маневренные и устойчивые. И на фестивале, который проходил на центральном пляже Анапы, любой желающий совершенно бесплатно и неограниченное время мог прокатиться на такой доске. Спасибо организаторам фестиваля за такую интересную прогулку по морю.